Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Приехали мы в лес пацанами пособирать валежнику. Здесь, как видите, палок этих тонких очень много. Ни корней, ни пеньков нету. Вот они. Из минусов придется все это таскать. Ну, не страшно. Бригада моя, тележка, сейчас будем помаленьку таскать. Так, ну вот, первый, говорится, рейс мы загрузили, а в лесу не было, говорится, ни на грамм. Это, если чистить лес, это тут надо, наверное, все лето жить, чтобы эту опушку вычистить. Сейчас пока. А, вот такая кучка получилась, ну, он легкий, сухой, гнилой, маленько прелый, но это не страшно. Котел у нас всеядный. Вот такая вот кучка. Ну, говорится, поехали сейчас домой, съездим, выгрузимся. Попилили вот здесь с краю чуть-чуть. Еще куча осталась. И вот тут с краешку маленько. Здесь его в лесу просто немерено. Я как-то был пару лет назад, тут, ну, вроде меньше было. А сейчас вот, смотрите, завалы, тут просто пройти нереально. Мелкий, конечно. Ну, еще и плюс. Легкий, сухой, таскать легко. Валежника полно. Ну все, едем домой. Возьму штатив. Уже покажу вам сам процесс. Ну вот, добрались до дома благополучно. Вес маленький, хорошо, сухие. А, благо осень в этом году позволила, говорится, сухо все. Да и как бы дома надоело сидеть, вот решили чем-то заняться. По закону у нас собирать его можно, так что будем собирать. Так, ну вот, первую кучку мы разгрузили. Поедем еще собирать. Так, ну вот, приехали опять. А, взял я штативчик. Сейчас поснимаем. Еще раз привет. Надеюсь, было видно.
Так, ну вот, еще маленько поработали. Второй рейсик набрали. Ух, тут таскать далеко, но там его тоже немерено. Здесь вот с края маленько попилили. Берем все тонкие, толстые. Ну, тут толстых нет. Тут борт такой. Тонкомер весь. Ну, и гнилых, конечно, полно. Ну, более-менее. Сейчас я здесь отпилю концы, а потом загрузим. Пока стяжки не цепляйте. Так, ну вот, упаковались. Едем домой. А в лесу хорошо. О, там непочатый край работы. Да, погодка сегодня шикарная. На улице плюсовая температура. В лесу ветра нету. Вообще хорошо. Единственное, выезд тут не очень удобный. Весь здесь мелкий, но есть плюс, конечно, таскать легко, хоть и далеко бывает. Ну вот, второй рейсик мы благополучно выгрузили. Сейчас попьем чайку и поедем опять. Так, ну вот, приехали мы опять. Решили, тут где разворачиваемся. Тут рядышком все много. И вот. Люди у нас это такие вот в России. Ну то ж как называется, вот, я не знаю. Взял с собой бутылку, но везет ее домой. Ну вот, у нас как-то так принято у людей. Надеюсь, все это временно, люди одумаются. Все, приступаем опять.
прошел дальше, тут джекпот попался. Еще не совсем, говорится, испортилось. Сейчас покажу вам. Там еще один сос, да? Да. Заберу как раз. Ой, пилить сложно, мелочь там, сям. Туда-сюда отвлекаешься, как грибы собираешь. Но интересно. Тут ходим далеко. Хотя рядом нам бы покричал, много вообще мелочи. Увидел, толстенькое, хорошее, забрал. Сухое, вообще классно. Ну, пеньки я не забираю. Тут еще потолще есть. Нормальные. И дорожку еще одну нашел. Сейчас поедем ближе, заедем. Вон она. Вот так вот. Ну почему так вот? Вроде неплохое дерево, он сгнил от корня и все. Этот пень не стал брать. Труха. Ну зато нормальное такое длинненькое. О, Дима, последнее забрал. Видишь там дорожка? Кто? Да, видишь, какое классное. А вон еще одно он есть, он длинный тоже. Мы сейчас еще раз с той стороны дороги заедем. Вот то же самое. Акации большие есть, не совсем тощак. Ну, правда, таскать их потяжелее. Вот она тоже. Сломлена от корня. Валежена. Ах, это вся хорошая. Это с грибами уже. На том еще грибов не было. Ну, хорошая, сухое. Вон она, как длиннющая. И тут они потолще. Ну, сейчас с той стороны заедем. Догрузим. Тут работа непочатый край. Ну, как дрова, конечно-то, не лучший вариант. Ну, кстати, что у нас государство разрешает брать, то и берем. Зато хоть ходить стало получше. Вот где пропилили. Вот я прошел полосой. А уже получше. И то не сегодня какие-то. Вот осталось пиленное. Вот видишь? Хорошо, пацаны большие помогают. Уже намного легче. Ну как раз рейсик хороший вышел. Едем на разгрузку. И переедем. Хотя тут тоже он тонкого, но немерено вообще. Ну, из минусов надо ходить, собирать, таскать, грузить, пилить. Вот еще один рейсик нагрузили. Все, едем домой. Приехали снова в лес. Мы вот с той стороны заходили. И вот там вот линейка забирали. Вот заходил как раз он там. Вот, место хорошее. Сейчас дорогу освободим. И вот, для работы самый раз. Мелочи всякое разное, полно. Так что будем загружать опять. То, что валялось, спилили. Сейчас вот тут будем выпиливать. Тут просто валяется немерено. Не видать, это плохо. Вон, все. Пока приберем чуть-чуть. И нагрузим телегу.
Вот, загрузили еще рейсик тоненьких, до Толса так и не дошел, не успел, напилили больше. Ну, по много не грузим, можно, конечно, поставить, сделать дуги, грузить еще больше, но возим на оке, машинка и так легкая, а тут 300-400 килограмм тележки есть, это тоже немало, ну, 300, наверное, не больше по колесам. Все, вяжем, едем домой. Так, ну вот, пришли мы домой. Четвертый рейсик. Вот такая у нас нормальная кучка получилась. Сейчас выгрузимся. И на сегодня она хватит. Устали уже. Как бы ездить недалеко, но все равно бегаешь много, ходить много, собирать все это. Так, ну вот и все. День прошел не зря. Маленько напилили. Останется только распилить, но это позже будет. Все, всем пока, благодарю за внимание.